Главное опыт кормления, да? Так, не суетись, сейчас потеряешь кошку. Смотри, спокойно. Третьему в зубах надо держать. Так, все. У тебя все. Это носом толкает. Мам. Давай, говорит, сюда еще что-нибудь хотя бы. Ай, по ногам, блин. Да, какой-то жесткий. Режет прям. Прикол в путь. Не глотайте. Воздух сосешь. Тебе это надо? Мне ж потом тебе сдувать-то. Там где-то еще капля осталась. Там еще не осталось уже. У тебя в 12:30 следующий кормёшь. Нормально все. Да. Ну все уже. Не дыши. Все. Сейчас давай вытирать тебе. Молоко дойдет. И все нормально будет. Так и гноятся глаза, да? Ну, глаза гноятся, но у нее из ноздрей гной течет. Легкие же чистятся. Ну да. Все это гноище через ноздри. Иди сюда. Она уже знает, что я сейчас буду вытирать. У тебя полный нос соплей. Зачем она идет? Так, это ноздря. Чуть-чуть. Видите, что гноище подберется? Угу. Это вот легкие мы чистят, покажи. Чистые, легкие. Все, молодец. Молодец. Готовы идти, Катя, от дрестри? Ну, тебе не нужна. Умничка. Обница, ну прости. Лечиться же надо, да? Надо лечиться. Иван-чай не доели? Не доели. Уже и на ножках покрепче стоит. Ну да. Сейчас скажи сразу ляг. Да. Ложись. Страшно. Перед меня бегать. Страшно, говорит. Да все, я без лекарств. Все. Ну все, я без лекарств, видишь, пока еще. На, вот тебе. Будешь вон чай? Вон чай будешь? А ты тоже, Иван, чай, что ты руку-то? На. Что руку, когда Иван, чай надо есть, он сладкий, вкусный. Давай.